Дорогие, с вами Шимики, мы продолжаем родить игру под названием Вуплум. Да, я давно ее забросил, но не помню даже почему. Так, куда мне вообще хотя бы идти? Сейчас нужно немного вспоминать. О. Так, равнодушный парень. Он продает вещи за смурты. Это смешно. Что плохого в благотворительности? Привет. Что вы хотите? Купить. Взгляните на мои товары. Шлем из банки. Маскировочный шлем. Френкер. Маскировочный шлем. Камень. Нравится? Сухари Френкера поначалу плохие, но чем больше их ешь, тем лучше они становятся. Сухари. Чистый блок, это хорошо. Заполнитель. Ну ладно. Там, где ХП, это значит, я могу с ними начать сражаться. Но я не хочу. Я вообще не понимаю, куда мне идти. Вах. Так, понятно. Это старый Франкер сошел с ума. Отличный рисунок. Спасибо, что потратили мое время на такую ерунду. Как насчет того, чтобы вы принесли мне диафильм с каким-то оккультным содержанием? Да? Что? Ладно, я думал, что они были милыми вместе. Ладно, досмотрим тогда здесь фильмы. Революция Франкеров там была написана. А, классический диафильм о мести Франкера. Написано один из единственных шеф-поваров Франкером. Вы точно знаете, как взбудоражить меня с помощью диафильмов? позволить подражать шеф-повару Франкеру. Уродливый Вум объявились с глупыми планхекерами и раздражающими блюсерами. Им бросили Франкера вниз, в воронке. Пару часов жизни была отвратительная. Все падали. Через некоторое время я начал терять из виду других Франкеров. Моя скорость все еще увеличивается, в то время как другие исчезли выше меня. Они говорили, что это потому, что я толще. После долгого полета я плюхнулся в грязь. Я был первым Франкером, что достиг дна. Так что у меня было время составить план. Я почти сразу встретил Банкерента, который казался очень впечатлительным. Банкерент сказал, что Блайки бросили его. Тогда Банкерент сказал, что ему грустно, потому что он не может добраться до грязи, которую он хотел бы съесть. Потому что он застрял в стене. Это первый раз, когда я кормил кого-то. Я схватил грязь и бросил ему в рот. Ему очень понравилось. И до того, как я это узнал, я начал выкапывать все это место, кормя Банкерта. Я вышел в странную башню, массивный котел. И я бросил в грязь камни и растения, которые нашел. После его разогрева ингредиенты объединились во что-то, что я хотел бы назвать Фрэнки Брафтером. Я был очень впечатлен вкусом, но Банкренту, похоже, не очень понравилось. Он предпочел бы просто съесть грязь. Тогда я Банкрек заговорили. Он спросил меня, что случилось, и я объяснил, что Вумы сделали с ним. Банкрек сказал, что мне. Так, сказал мне, что он поможет нам вернуться к Вумам.
если мы закормим его грязью. Я не знал, когда он получит достаточно грязи, но он сказал, что мы должны кормить его каждый день. Когда другие франкеры начали падать в грязь, я рассказал им про наш план по уничтожению вумов. И все были в восторге. Стать лидером было легко, поэтому что я это знал... Потому что я знал это место. Но когда я начал кормить франкеров Франкбурфа, они действительно начали любить меня. До сегодняшнего дня мы выкапывали эти места, питая банки рента. Я каждый день готовлю большую кучу Франкбрафта для франкеров. Они при условии, что они будут работать достаточно усердно, конечно. Жизнь не так плоха, как сейчас, но я могу только представить, как здорово будет, когда банкрет поможет нам взять на себя вумов. Мы не знаем, когда это случится, но я надеюсь, что это будет очень скоро. Всегда приятно провести время с этим диафильмом. Это один из моих любимых диафильмов. Приятно посмотреть его с новым другом. Так, давайте немножечко сделаю погромче, наверное. Тут. Нет, слишком громко. Так, что там у нас есть? Ритуал. Это выглядит... Мне это не нравится. Три глупых символа, а затем три ужасных рисунка. Первый рисунок выглядит как куча мусора. Есть облака с дождем. Фу, ненавижу воду. Последний выглядит как отвратительный сырой фрукт. Я бы не стал его есть через миллион лет. Это есть и через миллион лет. О, здорово, есть еще. Да, я едва могу понять это. Что-то, что куча предметов. И еще уродливые вооруженные френкеры. Ха-ха-ха. Я не заметил, какие они уродливые. Ты видел эти тупые лица? Ха. Это казалось довольно забавным. Вот, возьми это. Так, как... А, тап, точно. Ах, выглядит как старый добрый диафильм, который не имеет никакого смысла. Я нашел много их вокруг воронки и уничтожил большинство из них. Я потратил много времени, пытаясь понять эти рисунки, но не смысла в этом. Как этот? Что это вообще значит? Это выглядит умным и сложным, но если вы даже не можете написать нормальный текст, кто поверит, что вы действительно умный? Тьфу, держу пари, есть какие-нибудь френкеры, которые смеются над нами сейчас. Мы закончили уничтожать. Унижаться? О, наконец. И никаких признаков хулиганства Френкера, издевающегося над нами. Так, окей. Так, наверх я никуда там не попаду. Пойдемте вниз, давайте дальше изучать, что здесь у нас есть. О, это арена Френкера. Кажется, это странные люди построили это место, но зная, каковы были их намерения... Но мы играем здесь во Фрэнкбол. Ох, пошёл начинаться крупный матч. Пойдемте посмотрим этот матч. О, еще один диафильм. Нам только вниз. Тупый кнерф. Слишком занят весельем. Что случилось? Половина моей команды сегодня не вышла на матч. Сегодня очень важный матч, и мы можем выиграть кубок Фрэнкбол. А, все пропало. Разве только какой-нибудь легендарный игрок Фрэнкбола не упадет с небес или... Что-то в этом роде. Угадай, что? Что? Я помогу вам. Ты можешь мне помочь? Ты знаешь, как играть в Фрэнкбол? Не совсем. Ну что ж, это не так сложно. Ты просто получаешь мяч, грязь и делаешь так, чтобы он оказался на стороне
Понятно. Нет никаких правил или чего-то еще. Просто бросай его на другую сторону, понятно? Займет она. Здорово. Отправься на поле. Изи. Ух ты. Я всегда хотел поиграть во фронтбол, но я не мог, потому что, ты знаешь, я тоже маленький. Но вместе мы на самом деле выше, чем все это остальные фрэнкеры. Ха, давай покажем им, какие мы способные. Окей. Эй, большой парень, ты можешь подвинуться? Нам нужно смотреть матч. Давайте, пока я не отправился, я... Эй, не бросай меня сейчас. Нужно было где фильм посмотреть. Сленкер Брэнфельд, открой дверь. Хорошо, не забывай того, о чем мы говорили. Всплеск грязевого шара на другой стороне. Это все, что нам нужно сделать. Я готов. У-ху! Понял? Я готов. Теперь выходи на поле. Фрэнкеры, добро пожаловать на самый большой матч в этой странном городе. Поскольку следующий большой матч у нас может быть на поверхности с голубым небом над головой, я решил дать трофей Фрэнкбола команде-победителям. Первая команда, которая наберет очки 10, выиграет. Готовы? Подавайте! Бля, я глуп. Нет, я сам себе забиваю, что за бред? Ладно. Ну. Почему? Ладно, короче, я играю с соло, я понял. У них слишком большая сложность. Подожди, правил же нет, а так ведь? Я что-то забыл, что правил-то нету. Отбивай, чел. Короче, ты на заднем плане, я здесь. Отбивай, чел! Блин. Нет, нет, я не дам им подать. Изи. Ебать, он тупой. Ну чел, да что ты стоишь на месте? Он не хочет, чтобы мы выиграли? Отбивай, ну... Идиот! На 2 очка проиграем. Ясно, идешь в сраку. Идиот! Мы из-за него проиграли.
победа, правая сторона. Время раздавать призы. Трофей фрейбола сделай из мягкой грязи и щебря. Теперь принадлежит Дрифту и Бики Проферу. Итак, как другая команда старалась, им достается утешительный приз. И вот это все Франкера. В левой части города продолжается вечеринка. И теперь должен быть время для еды. Правильно? Никто не знает, что там случится с шеф-поваром Фрэнкером. Ну да ладно. Вы все знаете, как будет... было весело. Увидимся на поверхности. Сука. Мы проиграли. Обидно. Стоп, а могу я... А давайте, почему бы нет? Давай. Понимаете, здесь херня в том, что здесь маленькое поле. Ну, долбоёб стоит. Ну, что я сделаю? Еще принимай. Принимай. Отлично. Я хочу приз. Давай, принимай. Хорош. Принимай. Молодец. Хорош. Принимай, ну... Блин, я сам себе забил, ладно. Нет, мы выиграем. Нет, прими, дура. Нет. Изи, все. И победа, левая сторона. Пора поздравлять приз трофея Фрэнкера в грязи Зип-Зуп. Итак, команда старалась и достает утешительный приз. И вот все Фрэнкеры с левой части города продолжают вечеринку. И теперь подожди время еды, и никто не видел, как это было. Многие, если я сейчас начну войну с ними здесь. Ну, типа, если я мог выиграть либо главный приз, либо утешительный. Так, где мои видео? Мьюзик. Музыка. Что это? О, эти... Странные знаки, которые я видел вокруг воронки, но я почти бросил выяснить, что они говорят, потому что внимательно посмотрел на это и будьте готовы разочароваться, потому что нет возможности, чтобы вы поняли эти рисунки раньше, чем я.
Вы все смотрите на них. Ну, я надеюсь, вам было интересно. Хе-хе, знаю, что вы так же ожидаете, как и я. Это было интересно. Вот, возьмите это. Только что мне с этими деньгами делать? С другой стороны. Так, там я был, там ничего нету. Так, а что он сидит? У него что-то есть. А он просто хавает. Окей. А куда мне тогда идти? Найдите способ заметить Фрэнкеров подальше. Я знаю, что я могу сделать, но, блин, я не хочу их убивать. А, я могу снова соврать? Да нет, спасибо. Вот это вообще ничего не было прохода. Давайте найду, куда мне идти, тогда продолжим. Короче, я все излазил. Единственное, что я нашел подсказку, может быть, вот. Почти мертвая вечеринка. То есть я должен вечеринку создать. А, не спалить, это опасно. А, серьезно? Они, то есть, меня вообще сейчас не трогают. Заметьте то, что они бессмертные. Ну, я просто тогда не знаю, что мне делать. Я думал, типа, чтобы они на меня напали. Итак, мы вечеринку создадим. Так, подожди, а там что-то есть? Давайте на арену зайдем, посмотрим, они будут все на меня нападать. Мне говорят, не спалиться. Ну тогда хер знает, давайте искать, потом продолжу. Вот, я забыл то, что у нас с вами вообще есть... Где он? Предмет, вот этот таинственный инструмент. Он вот, походу, для управления этими хернями. А, вспомнил, подожди. Вау, вау, тихо, тихо. Тихо, тихо. Сильные, сильные. Так, пятерка. А как вверх?
А, все, вспомнил. Ауч. Да уж, меня чуть не хрохнула эта херня. Ага. Загрузить. Откуда я мог знать, что там внизу ничего нету? Все. Блин, стопэ, я туда попал. А ему типа все равно? Ну ладно. Допустим. Так, сейф. Шапки. Ну и чё ты не берешься? Так, это механизм, чтобы сломать вон ту стену. И чё, я не понимаю. Ну вот, я берусь. Он не хватает. Мне что нужно передвинуть? А, подожди. Без понятия. Какой же это плой? Я использовал, должен был вообще не их использовать, а вот эту шляпу. Вот она шляпа захватальщика. Теперь все ясно. Так, все. Теперь мы можем внутрь попасть. О, странное место. О, очередной город. Песенки. Так, дальше нам не попасть. Да ладно, это босс.
Это весь босс? Музыкальная группа. Ты чувствуешь, когда ты прокачивал этот момент? Но у тебя есть вот этот момент. Ну что, в принципе, думаю, даже на этом можно закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.